киевский режим выбрал другой путь. Путь попыток запугивания России. Запугивания граждан России. И ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. И просто несопоставима территория со самой авиабазы нашей на Хмеймиме и Москвы, огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать.